Басня номер 16 из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Басня Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня. Лисица. Попалась лиса в капкан. Оторвала хвост и ушла. И стала она придумывать, как бы ей свой стыд прикрыть. Созвала она лисиц и стала их уговаривать, чтобы отрубили хвосты. «Хвост, — говорит, — совсем не кстати, только напрасно лишнюю тягость за собой таскаю». Одна лисица и говорит: «Ох, не говорила бы этого, как бы не была куцая». Куцая лисица смолчала и ушла. Конец басни «Лисица». Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Клинтон, Теннесси, United States, September 8, 2008.